Вот наши ингредиенты. Разбиваем одно яйцо и добавляем к нему 2 желтка. Начираем 150 граммов пармезана и смешиваем его с яйцами. Добавляем чайную ложку черного перца. Режем 150 граммов бекона на полосочки и обжариваем его без масла. Очень важно сохранить жир от бекона, он понадобится. Бросить наши спагетти в кипящую подсоленную воду. Спустя 5 минут 1 половник воды и спагетти добавить в жир от бекона. За 2 минуты до готовности добавить спагетти в соус. Снять спагетти с огня, чтобы не получилась яичница. Через 30 секунд добавить яйца с сыром и быстро помешать. Смотрите, соус должен быть жидким. Быстро помешать на огне, выключить огонь и добавить бекон. Мама мия, buon appetito!